Под председательством вице-премьера России Александра Новака в Тегеране состоялось заседание Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Была подписана дорожная карта научно-технического сотрудничества в электроэнергетике между Россией и Ираном, сообщила пресс-служба правительства России. Стороны намерены сфокусироваться на энергоэффективности, цифровой трансформации энергосетей, а также локализации производства компонентов и оборудования для генерирующих объектов. Последнее может оказаться очень важным для российской энергетики. Иран уже 40 лет под санкциями и научился сам производить многое из необходимого оборудования, в том числе газовые турбины по лицензии Siemens, которых сейчас не хватает России, сказал Машнюс, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Больше новостей в нашем телеграм-канале «Новости промышленности».